За последние 3 месяца следственным отделом полиции направлено в суд 8 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудниками полиции изъято около 90 граммов гашиша, 7 граммов синтетических средств и около 2 килограммов марихуаны. Крупные запасы марихуаны сотрудники полиции обнаружили у жителя Бурмистрова, причем дважды. Сначала к нему наведались в январе, привлекли к уголовной ответственности, но оставили на свободе. Через месяц приехали снова. На этот раз преступник отправился за решетку. В ходе предварительного следствия в отношении гражданина следователям была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако в феврале 2018 года данный гражданин, находясь на свободе, должных выводов для себя не сделал и вновь совершил аналогичный умышленное тяжкое преступление. Сотрудники полиции сетуют, что в последнее время отношение к промыслу марихуаны сильно изменилось. Некоторые и вовсе перестали считать коноплю наркотиком. Однако ее оборот в России запрещен. За приобретение, хранение или распространение так называемой травки следует уголовное наказание. Рекомендуем родителям осуществлять контроль за свободным временем нахождения несовершеннолетних детей с целью недопущения вовлечения их в совершение преступлений и совершения несовершеннолетними преступлений, связанными с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Наказание за незаконный оборот наркотиков предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.